Меня зовут Руденко Иван. Я работаю начальником Запорожья Огнеупор в группе Мединвест. Профессия моя огнеупорщик. Заключается моя профессия в том, что мы ремонтируем вагоны. Вагоны эти проходят на пресс. На прессах их садят. Садки отправляют в печь. Проходит термичные обработки. По выходу с печи получается готовая продукция. Молодым бы я посоветовал прийти попробовать. Это ювелирная работа.